Хоу-хоу-хоу, здравствуйте, дорогие мои девчата да мальчишки. Шестой день к вам приходит Дедушка Мороз с подарочками. И шестой день к вам Дедушка Мороз приходит с друзьяшечками. Здравствуй, дорогой мой Максимка, рассказывай, как отпраздновал ты Новый год, как вел себя в уходящем 22-м году и какие планы у тебя на новый наступивший 23-й год. Здравствуй, здравствуй, уважаемый Дедушка Мороз. Настроение прекрасное. Этот год я провел в кругу родителей, а потом отправился гулять с друзьями. В целом, год прошел вполне себе неплохо. Сдал сессию, закрыл успешно, вроде хорошо себя вел. И даже в этом году планирую продолжить учебу и сдать успешно диплом свой и пойти в магистратуру. Ну ничего себе, у тебя насыщенные были времена, однако. А то, что вел ты себя хорошо, дедушка знает, подарочек-то уже давно, небось, открыл. Конечно, конечно, просто прекрасный подарок, то, что и хотел. А вот про магистратуру ты вот это свою говоришь, что там какие-то слова непонятные. Это ж на кого это ты учишься, мой внучок? Ну, получается, на охрану труда. Вот его, ну как! Но с таким-то голоском и вправду в охрану труда можно податься. С таким-то голоском-то серьезным да брутальным, бархатным да ласковым. Небось, девки толпами ходят за тобой. Ну, в этом есть какая-то правда, согласен. Вот это да! Ежели не Зератул, то и Снегурку, небось, мою бы охмурил. Ай-яй-яй-яй, Максимка, Максимка. Ну, все не исключено. А есть ли у тебя своя-то Снегурка? Ну, в этом плане да, мне повезло, у меня есть и своя Снегурочка. Ой-ой-ой-ой, ну тогда получается, передавай привет ей вот дедушке и желаю вам крепких взаимоотношений. Большое спасибо, Дед Мороз, обязательно передам. Ну что же, родненькая, осталось нам с тобою каточку дождаться. Да. Какие-то звуки были посторонние, но ничего, дедушка потом, если что, подрежет, никто и не заметит. Бывает такое, форс-мажоры. Давай-ка, родненькой, с тобой на храме Тахономуры выиграем каточку-то, да покажем всем вражинам, каково это проиграть самому Деду Морозу. Все верно. Карта как раз-таки не такая уж, как и прошлая, будет получше. Так-так-так. А, понял, дедушка, в чем проблема была, что за форс-мажор случился. Сейчас поправим. Как всегда, эта игра укоянная поломана. Опаньки. Вот и все, вот и починилось. А я-то думаю, что за беда? Ну ничего, немножечко подрежем там на старте, и все будет хорошо. Никто и не заметит даже. Только будут спрашивать, а что это за склеечка была на видосе-то? А вот секретик будет об этом знать только Дедушка Мороз, да Максимка. Так, надо бы нам кого-то забанить, родненькой. Кого забаним мы с тобой? Давай-ка Варина уберем. А то тяжело играть против Варина, дедушки. Ну и получается, возьмем Сильванушку новогоднюю. Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, кто-нибудь из тиммейта все-таки возьмет что-нибудь да покрепче. Я имею в виду... Вот это! Эво, ну как! Вот тебе и взяли валу, а не взяли и забрали. Вот это ж бывает же ж так. Ой-ой-ой-ой. Но я спешить не буду, не буду. Возьму чуть попозже. На Солорак, надеюсь, он умеет играть. Хо-хо-хо-хо-хо!
Посмотрим, кто у нас олорак-то. Снеговичок, олень, али хороший олорак. Вот это и узнаем. Будет ли чудо, али проказник попался в команду. Так, так, так. Кого забанить нужно, дедушке? Какого-то рубаку брутального при брутального. Опасного при опасного. Ой, не знаю, кого не знаю. Империя за... Соню заберу. О, Тралла, во! Идеально получилось. Вот это хорошо. Christmas tree, ho, 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 ho. Ну что, пора им показать новогоднюю-то Сильванушку-то. Все верно. Что покажут нам враги? Интересно, интересно. Ой! Индейку покажут нам! Как на Рождество! О-хо-хо-хо! Ну, это звучит вполне уместно. Согласен, родненькой, согласен. Ну что ж, родной, надо постараться нам с тобой. Обязательно постараемся. Сейчас главное, чтобы команда не подвела, и в целом имеем все шансы. Ну, думаю, дедушка, что он пойдет наверх, да будет соло стоять, а то что-то я не вижу, кто тут кроме меня туда пойти может. Тяжеловато, правда, дедушке будет против костлявого Леорика-то играть, но ничего, дедушка справится. Обязательно справится, конечно, как же без этого. Вот он, Дедушка Мороз-то, с мешочком подарочков к вам пришел. Хо-хо-хо, да на эльфе-помощнике. Хо-хо-хо-хо. Так, так, так. Так, Леорик пока снизу, но это ненадолго. Ой, как хорошо, что это так. В это время дедушка немножечко попортизанит. Так, возможно, что-то подсказывает. Пошел наверх. Да, скорее всего, так оно и было. Но ничего, дедушка ушел вовремя, дедушка старается на победку. Все верно. Мы тут пока держимся, еще успешно. Это хорошо, родной. Нам бы еще бы вот вовремя взять боссика. Эх, это было бы хорошо. Профессионально. Желаю, кстати, тебе, родной мой, в новом наступившем году всегда играть как настоящая киберкотлетка. О-хо-хо-хо! И прибудет тебе победки в этой не совсем живой, но все же любимой игре под названием Heroes of the Storm. Большое спасибо, Дед Мороз. Вам я желаю того же самого. Чтоб тиммейты были хорошие, да и катки приятные. Ой, приятно, дедушки, какой вежливый молодой человек. Повезло твоей Снегурке, небось, холишь ее, да лелеешь. Ну, конечно, Дед Мороз, как же иначе. Ой-ой-ой-ой-ой. Обзавидуются все девчули на канале у Zero Tool. Какого пацана отхватила Снегурка Максимки, ой-ой-ой-ой. Да... Блин, что-то команда не хочет босса идти брать, к сожалению, вовремя. Печально это очень. Ну что ж поделать, придется и без босса как-то нам справляться.
Ну, вроде кое-как спровоцировал, чтоб они взяли лично. Пожалуйста. Это хорошо, родной, я вроде бы задефал, хоть и не без потерь, конечно, не без потерь. О, ты ж какой злой молодой человек. Так, 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 так. Что-то хочет дедушка коварный план провернуть. И захватить кипу вражескую, пока вы там будете их развлекать. Ой, кажись, получится это у дедушки. Ой, как радует это дедушку. Сейчас мы их накажем, сейчас мы им покажем. Ой, злодей. Пришел защищать линию свою. Ну и ладненько, пойдет дедушка вниз и поможет моим тиммейтам. О, ну-ка, внучатки, а ну-ка, внучата, давайте-ка. Дружненько подвигаем тележечку и еще вот эту вот турелечку бы я бы забрал. Ой, а она тут одна стоит, как удобно. Вот это, ой, коварная турелечка-то оказалась. Так, так, так. Ой, бедная наша Мэй. Ой-ой-ой-ой, обижают злодеи ее. Ой-ой-ой-ой-ой. А Лорак, ты в это время тележечку-то провел? О-хо-хо-хо. Сейчас вражины получат новогодние подарочки экспресс-туром. О-хо-хо-хо. Экспресс-доставочкой. Ой-ой-ой-ой. Все прекрасно. Ну-ка идет Дедушка Мороз низ уничтожать вражинам. Ой, бедный Олорак, обнулят его сейчас, кажись. Ой-ой-ой-ой-ой. Выжил, какой хороший молодой человек. Старается, старается. О, удача. Иду на помощь. Вот-то-то, вот-то-то, опасненько, конечно. Ой, вражина, вражина, спасай, родненькой. Ой, ты ж мой хороший, спас дедушку, молодец. Рад дедушка, что у него такой хороший тиммейт. Так, так, так. Кажись, драка будет. Не на жизнь, а на смерть за вот этого боссика. Ой-ой-ой-ой, а что это у нас тут такое происходит? Ой, переживай что-то, дедушка, как бы тут ни началось чего нехорошего. А ну-ка. Ох, убегать надо отсюда, Максимка. Ой, придут сейчас сюда проказники, ой, будут злые вещи творить. Пытаться новогоднее чудо своровать, победку нашу. Так, так, так. Ой, что-то не везет нашему Лораку-то. Каждый раз его там что-то наказывают. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо бы проследить за ним, чтобы он так... Это... Ну ты уж, пожалуй, да, походи-ка с ним вместе, а то он, родненький, что-то совсем плохо выживает один. Да, не справляется, нужна помощь. Так, так, так. В какой-то веке... Ой! Попробует дедушка ульту другую. Ой, вы там без меня деретесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, меня поймали, конечно, неплохо они. Да, а я тут отвлекся.
Ай-яй-яй-яй. Опаньки, это что это у нас тут такое планируется? Опа, нет у меня здесь. Хо-хо-хо. Так, я бегу к вам на помощь. О! Страшно было, страшно. Очень страшно. Но у этого Томба, небось, сейчас сдаст ее злодей. Он ее недавно сдавал, но, скорее всего, откат уже мог пройти. Так, 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 так. Опа, иди-ка ко мне, родной. О, как не попал? Вот это да, старенький дедушка стал. Не попадает, подводят его. Реакция и ручки дряхленькие уже. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. О! Это какие тиммейты-то у этого Андуина? Ты посмотри, как они его защищают-то. Ой-ой-ой-ой-ой. А они его как не защищают, он все равно ошибается. О-хо-хо-хо. Вот это разнос, вот это уничтожение. Ой, как хорошо нравится Дедушке Морозу. Ой-ой-ой-ой-ой, что у него тиммейты такие хорошие. Ой, не попал дедушка, а мог бы спасти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ошибка дедушкина, могли бы спасти внученьку-то. Да только вот дедушка ульту-то редко эту берет. И промазал, конечно же, он. От неопытности-то. Ничего страшного. Ну, вроде бы, да, не сильно, конечно, мы тут потеряем-то. Ой-ой-ой-ой-ой, это ты тут давай не лезь ко мне, родной. О, страшно там как. О, да как же так-то? Ай-яй-яй. Ой, тамба будет, тамба будет. Ой, ты посмотри на них. О, ой, как... Ой, страшно, страшно, очень страшно. Ой, бежим давай, родненький. Там без шансов, родной. Ой-ой-ой-ой. Как боится дедушка. Чуть не помер, чуть не помер. Ты что, как же ж детишки-то будут без Деда Мороза, без Деда Морозовского чуда-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Кто же им на Новый год-то подарочки-то будет разносить? Ай-яй-яй-яй. Все верно. Так, я надеюсь, они не пойдут на наши кемпы верхние, не знаю. Надо будет проверить. Наверное, они на свой пойдут, хотя, кто знает. Ну, так, да, что-то мне подсказывает. Ой, там смотри-ка, что происходит-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажись, драка сейчас будет снова. Ак, о, он ульту мне сбил. От злодей, от злодей. А дедушка старался, в какой-то веке попал. Оказии этой под названием ульта. Так, так, так. О, Лораку надо помочь. Нельзя. Ой, вы тут драку затеяли. Не надо нам такой драки, родненькие. Без Лорака сражаться нельзя. Нас там сейчас как ударят посохом-то да по наковальне. И все. А игру-то кто тогда будет выигрывать? Дед Мороз? А, погоди-ка. Получается, что так? О-хо-хо-хо-хо. О, вот это страшно-то как было. Дедушка просто прям... Вся жизнь перед глазами пролетела у дедушки-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, родненькие, верю в вас, вы мои молодцы. Давайте, давайте. Ой, какие хорошие мои. Давайте, верю в вас. Верю в вас и ваш успех. Ой, ультуй, родной, если есть, ультуй. Ай-яй-яй. Уже ульта закончилась секунд 10 назад. Ай-яй-яй-яй-яй, как же дедушка команду-то подставил, не разглядел.
Ай-яй-яй, глазки-то уже старческие, плохо видят, а там из-под куста, из-под экрана вылетел крюк стичесовский. Ай-яй-яй-яй. Так, бегу к вам, родные мои. Главное, ты не попадись, он идет тамбу сдавать. Ой-ой-ой. Ничего, я аккуратно. Все правильно. С твоей-то будущей профессией нужно очень аккуратным быть. Ай-яй-яй, до свидания. Вот, не была аккуратная. Мэй вообще ошибается. Ой, прощай, родной. О, а на этот-то раз дедушка-то выжил. Правда, поверху там проблемки у нас, конечно, идут. А вот это сейчас вообще отвратительная история. Впрочем, и так сойдет. Меня спасли. Ой, родной! Ой! Ой! Ой-ой-ой! На елки-палки поймали за все ноги. Да вообще, чуть пережил сам дедушка это все дело-то. Страшно было, родненькой. Но ничего, первую турельку отдаем. Ой, бегут к дедушке. Да-да, заметил дедушка, ой, заметил. Ой, а в это время лиминка-то и того. Ой-ой-ой-ой. Да, нас внизу тут поймали, я, к сожалению. Ну ничего, сейчас будет дедушка Мороз снизу вам помогать. Кемпосики всякие брать, да врагов наказывать. Сейчас как, накостую на них новогоднюю стужу, все помёрзнут. Хо-хо-хо-хо. О, ты какой окаянный. Ой-о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 й
Ай-яй-яй! Ну, и все, нашу мэй-то пожрали, ай-яй-яй-яй. Что-то мы начали играть плохенько, что-то наши тиммейты начали в разные стороны ходить. Вот куда наш олорак пошел? А как могла бы обернуться драка, если бы мы в пятером-то все были бы? Ай-яй-яй-яй. Вот это да, это кто же его так быстро уничтожил-то, вот это да. Ой! Так, зона еще лиминка заходит, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Идет повторное размещение груза. Так-так-так, родной. Ой, негодует наша лиминка-то, негодует. Ух ты, вот это здравствуйте, однако. Вот так вот, а его. Так. Как минимум минус дэшечка у Андуина. Ох, какой мы неправильной работой занимаемся. Эх, не пустили нас к Вале ваншотный. Ой, а 20-й-то левел пойдем возьмемте. Не спешите, не спешите. Чуть-чуть не хватает до 20-го-то левела. Чуть-чуть, внучок. Исправляем эту ситуацию тогда. Все отлично. И вот это надо захватить. И верхнего босса дефать сейчас пойдем.
Ой, тамба будет. Как знал. Нет, бежим, родные мои. Тут у нас шансов немного. Впрочем. Ой, как хорошо-то получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегом-бегом поверху или понизу. Куда тут уж? Лихая нас дорога выведет. А ну-ка, бегом-бегом-бегом-бегом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да какого же босса-то вы берете? Ну, ой-ой-ой. Нам бы в кору, да побыстрее бы, а мы тут фигней такой маемся. Ой-о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 й. Давай, родненькой, должны мы с тобой выиграть это дело все. Ой, прощайте. Ой, и обстрел ведем. Ой, сладкий мой, победка. О-хо-хо-хо, с Новым годом, товарищи противники. Подарочки вам пришли в виде сильвановских стрел. О-хо-хо-хо-хо. Что ж, мой дорогой, мой хороший Максимушка. Увидимся мы с тобой уже только в следующем Новом году. Следующую зиму. Поэтому, дорогой мой, желаю я тебе крепких взаимоотношений с твоей Снегуркой, хороших тиммейтов в играх, ну и, конечно же, успехах на твоей работе государственной. Ну и, конечно же, не может дедушку отметить, какой голос у тебя бархатный. Нравится дедушке, нравится, как и девчули твоей, небось. О-хо-хо-хо. Ладненько, мой хороший, пока. Пока. Большое спасибо, Дед Мороз. Надеюсь, встретимся в следующем году. Пока. Обязательно, мой хороший. Обязательно с тобой и со всеми зрителями канала Zero Tool. До свидания, мои хорошие. С Новым годом! О-хо-хо-хо! Новым годом!